Шел 689-й день моего декретного отпуска. И ничего не предвещало перемен, как вдруг... Татьяна, добрый день. Есть выгодное предложение. Да вы что? На ТНТ запускается новый проект. Мы приглашаем вас в качестве ведущей. Ну и что мы будем с вами делать, друзья? Да уж, 2043-я очередь в детский сад не шепчет радужных перемен в карьере. Если ты, Благовещенец, как и я, не привык сдаваться, то следуй за нами в группу по уходу и присмотру за детьми от 2 до 4 лет. Моим девочкам здесь понравится. И, Настя, не надо так расстраиваться. Сейчас мы познакомимся с нашей воспитательницей. Специально подготовленная среда помогает маленькому ребенку в процессе игры получать новые знания и развивать их. Наш девиз «Помоги мне сделать это самому». Мы приучаем ребятишек к самостоятельности. И начинается день, конечно же, с зарядки. Вперед 4 шага, назад 4 шага, кружится, кружится наш хоровод. А между тем малыши успели проголодаться, и пришло время завтрака. Маленький кусочек вот так, да, со сметаной. Ну-ка, сковородочку. Вкуснее, чем мама дома готовит, да? Ой, как вкусно! И у соседки справа тоже вкусная запеканка, думает Вика. А Настенька уже поела, в сметане даже носик. И пора всем умываться. Наши ручки отмываем. Вот так, вот так. Наши ручки поднимаем. Вот так. Вот так, Машенька, мой ручки. На развивающих занятиях дети занимаются рисованием, лепкой, аппликацией. Так, например, рисование не только развивает творческие способности, но и учит различать и запоминать названия цветов. Как правило, после окончания развивающих занятий, в том случае, если погодные условия позволяют, воспитатели одевают детишек и выводят их на прогулку. Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда бы не знали мы этих дней веселых. Мне как маме очень нравится, что в группе 15 человек. Педагоги индивидуально обращают внимание на каждого ребенка. На часах 12, а это значит, что пора обедать. После обеда наступает время для обеденного сна. Спят усталые игрушки, книжки спят. Детский сон длится до 3 часов. Потом малыши полдникают и начинаются веселые игры. Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-хлоп. Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ. Здравствуйте, щечки, плюх-плюх-плюх. Пухленькие щечки, плюх-плюх-плюх. После ужина за ребятишками спешат родители. Вот так проходит очередной день из жизни Настеньки и Вики. Ну вот, одни остались. Совсем заработалась Татьяна, дежурная по рубрике.